Плющ набирает силу. Ее нужно остановить немедленно. Я думаю, она все еще в садах, где ты ее оставил. Но теперь она их контролирует. Тебя ждет ловушка. Это она так думает. Остров теперь принадлежит мне. Зовите меня глупцом. Почему я не заметил этого раньше? У чудовища была сообщница. Я спрятался в тени у его камеры и собственными глазами увидел, как одна из наших докторов шепталась с ним. Она смотрела на него через прозрачную стену камеры с такой нежностью и даже, решусь сказать, страстью. Она поцеловала стекло, и я содрогнулся от отвращения. Подавляя желание разбить голову женщины о стекло, я позволил ей продолжить разговор. Проклятый клоун мог открыть ей какой-то секрет, который мог мне пригодиться, когда эту бешеную собаку казнят. Я уверен, что женщина откроет эту тайну мне. Если сама не захочет, ее всегда можно убедить электричеством. А затем, я думаю, лоботомия. Жаль. Она так молода, но ее похоть поставила под угрозу репутацию Аркхема. Да, лоботомия — это то, что нужно. Только так можно гарантировать, что она будет молчать об этой печальной истории. Thank you.
добро пожаловать в Аркхем. Мы здесь, чтобы помочь вам. Когда Амадей Аркхем основал это наше учреждение, мало кто верил, что оно станет психиатрической клиникой и реабилитационным центром такого класса. Все знают о так называемых суперпреступниках, прошедших здесь курс лечения, но это далеко не все. Наши малоохраняемые корпуса – тихая гавань для нормальных людей, чтобы решить проблемы. Все-таки я снова и снова наблюдал за ним. Никто не мог излечить его. Он смеялся в лицо тем, кто пытался это сделать. Амадей не сохранил бы ему жизнь. Значит, и я не должен. Последний глоток коньяка, и я был готов. Аркхем основал это наше учреждение, мало кто верил, что оно станет психиатрической клиникой и реабилитационным центром такого класса. Все знают о так называемых суперпреступниках, прошедших здесь курс лечения, но это далеко не все. Наши малоохраняемые корпуса – тихая гавань для нормальных людей с некоторыми проблемами. Посмотреть наши прейскуранты и пакеты услуг вы можете в регистратуре или на сайте arkhamcare.com. Prices. Мы сотрудничаем с большинством крупнейших страховых компаний. На сайте... Это шоу «Энигмы». Добро пожаловать в Аркхем. Мы здесь, чтобы помочь вам. Когда Амадей Аркхем основал это наше учреждение, мало кто верил, что оно станет психиатрической клиникой и реабилитационным центром такого класса. Все знают о так называемых суперпреступниках, прошедших здесь курс лечения, но это далеко не все. Наши... Что происходит? Землетрясение? Мою маму ранило во время прошлого землетрясения. Неужели будет еще одно? Что происходит? Все здание ходуном ходит. Сколько еще протянут эти здания? Они ведь такие старые.
Добро пожаловать в Аркхем. Мы здесь, чтобы помочь вам. Когда Амадей Аркхем основал это наше учреждение, мало кто верил, что оно станет психиатрической клиникой и реабилитационным центром такого класса. Все знают о так называемых суперпреступников, прошедших здесь курс лечения, но это далеко не все. Наши малоохраняемые корпуса – тихая гавань для нормальных людей. Ну что, Бэтмен, нужна помощь? Сдаешься? Ты это нашел?
все, что могла. Я больше не хочу терпеть эти перепады настроения и приступы гнева. У меня есть работа поважнее. На следующей неделе я передаю пациента доктору Уистлер. Доброе утро, доктор. Как у нас сегодня дела? Спасибо, хорошо. Ты сегодня в настроении. Перед освобождением у меня всегда душевный подъем. Эдвард, ты же знаешь, досрочно и не раньше, чем через 3 года. Первым делом я поужинаю у тех итальянцев на 19-й улице. Послушай, Эдвард. Хочу надеяться, Джокер еще не успел совсем разрушить город. А, ладно, скоро узнаю. Подожди, ты что, говорил с Джокером? Он же бежал из Архима. Ну, слухом земля полнится. Что? Что ты слышал? О, что-то о сюрпризе для Бэтмена. Подробности забыл. Вы же знаете Джокера, бла-бла-бла-бла-бла. Если ты что-то знаешь, расскажи мне. Речь идет о жизнях людей. Что сказал Джокер? Вы забыли, доктор. Здесь загадки я загадываю. Признавайся.
ты рассчитываешь, Бэтмен. Я повсюду. Мои детки знают о каждом твоем. Вы все так самонадеяны, надеетесь уничтожить нас. Ты проиграешь, а мы станем самой могучей силой на планете. Ты заплатишь за боль, причиненную моим деткам. О, Боже, а вы когда-нибудь устали кричать о своих цветах? Когда я покончу с Бэтменом, наведусь к тебе, Джокер. Да ну, вот она женская благодарность. Дарящим подарки, экспериментальные препараты, модные шмотки, и все это оборачивается против тебя. Ладно, удачи вам, девочки. Есть армия, доза титана на целый город и мешок отравы для сорняков. Найди меня, когда разделаешься с мышеголовым. Повеселимся? Можешь принести вино, а я сделаю салат. Как грубо заставляет девушку ждать. Пришел, наконец. Тебе нравится, как я здесь все устроила? Мои детки растут, Бэтмен. Иди полюбуйся.
заплатишь за это. Они ничего тебе не сделали. Вы проголодались, детки? Кушайте, набирайтесь сил. Что справишься со мной? Я жду здесь. Приди ко мне. Я здесь и жду тебя. Теперь есть охрана, Бэтмен. Они просто умрут, если со мной что-нибудь случится. Я не дам тебе все разрушить. Я сказал тебе идти в камеру. Я ошиблась. Я думала, что растениям больно. Я поняла. Это эволюция. Они стали сильнее. А теперь мы с ними срастем. Уступи тому, кто сильнее, Бэтмен. Я сильнее тебя, жалкий человек.
Бэтмен, не надо! Мои детки будут есть тебя неделю! Мальчики на пол! Thank you.
Система безопасности дезактивирована.
Любишь загадки, Бэтмен? Сегодня мне предстоит очередная беседа с Крейном. Не могу сказать, что с радостью ожидаю ее. В последнее время я чувствую тревогу. Трудно признаться в этом, но... кажется, он задел меня за живое. Как вы себя сегодня чувствуете? Мы уже обсуждали это. Сеансы провожу я. Так было раньше, доктор. Теперь уже нет. Док, вы как? Кажется, да. Я... все в порядке. Он просто сомневается в своем восприятии реальности. Скоро ты займешься тем же. Мамочка, это ты? Подожди, что ты делаешь? Отстаньте от меня. Помогите, на помощь. Я задыхаюсь. Как я уже сказал, теперь вы все часть моего эксперимента. Thank you.
настоящим откровением. Они навалились на меня! Пожалуйста, папа, не надо! Я наполнил медицинский центр газом. Доза достаточная для того, чтобы сломить разум сотни человек. Рано или поздно. Что? Сдавайся! Сейчас же! Как? Как ты устоял? Почему он не действует на тебя? Кто сказал, что не действует? Я так и знал! Что произошло? Что ты видел? Офицер Кэш, распылите эту вентиляцию. Скорее! Ты снова проиграл, Крейн. Мы с доктором Келлерманом разработали противоядие против твоего токсичного одеколона. Он одурачил тебя, Крейн. Какие чувства это вызывает? Тревога? Унижение? Страх? Давай просто сойдемся на том, что я генетик. Только что растения тут бушевали, и вдруг они как будто умерли. Значит, Джокер устраивает вечеринку с фейерверками. Будь другом, когда найдешь этого скота, засунь ему ракету в зад и подожди. Растения вдруг сморщились и сдохли. Фейерверк, да? Я их никогда не любил.
У меня все тело болит. Что случилось? Мне приснилось, что я сражаюсь с тобой. Кажется, я хотел что-то сделать. Что случилось? Голова раскалывается. Он смотрел на меня, когда я входил в камеру. Он улыбался, когда я показал ему нож. Я рассказал, как применю его, как я очищу город. А затем пришел ужас. Я был парализован. Я пытался бороться, я кричал, но не смог издать ни звука. Зверь просто смотрел на меня, не выражая эмоций. Он медленно провел лезвием по моему лбу. Его ужасное фарфоровое лицо расколола улыбка, а изо рта излился поток скверны. Он засмеялся и назвал меня этим жутким именем.
Должно быть, это был Крейн. Еще один недостойный жить. Почему эти люди так стремятся к хаосу? Джокер жаждал анархии, и после его побега она без сомнения поглотит мой город. Я чувствую, мой дневник подходит к концу. Джокера поймают снова, и моя история будет услышана. Я не боюсь. Если даже Аркхем станет моей темницей, я буду знать, что сделал все, что было в моих силах. Меня будут помнить. Мы не можем наладить систему вентиляции. Комната все еще заполнена газом. Где он вообще взял этот газ? В жизни такого не видел. Не знаю, что еще можно сделать. Отлично, Бэтмен! Что это за грохот? У Джокера гаубицы? Я дух Амадея Аркхема. Амадей скончался много лет назад, но его душа продолжала жить, бродила сквозь стены лечебницы. Когда ее выбор пал на меня, я был горд. Я счел честью продолжить его дело, очистить этот город. Если тебе хватило мужества проследить мой путь, тебе хватит и ума выяснить мое имя. Найдите меня, друг мой. Вместе мы спасем Готэм. Я теряю терпение. Ты жульничаешь, однозначно. Эту загадку нельзя было решить. Как тебе это удалось?
Мое имя Квинси Шарп. Я дух Амадея Аркхема. Вы отлично справились, распутывая мои следы. И я искренне надеюсь, что помог вам. Я верю, что мои записи помогут вам сделать именно то, что нужно. Умоляю, заклинаю вас, продолжите мое дело. Этот город заслуживает, чтобы его спасли. Продолжите мою работу. Выиграть у меня невозможно. Хорошо, Бэтмен, ты сам напросился. Моя последняя загадка адресуется всему Готэму, и через секунду... Что? Сирена, полиция. Ты мошенник, Бэтмен. Ты не мог меня перехитрить. Откройте, полиция. Пошли вон. Я ничего такого не делал. Я сказал, откройте дверь. На пол, на пол. Где я? Слышишь меня? Я Эдвард Нигма, еще! Вход строго по списку. Если тебя нет в списке, не пущу. Так, посмотрим. А, то есть... Нет, не то. Б. Б, Бич. А, вот он, Бэтмен. Гляди-ка. Похоже, ты у нас почетный гость. Парни, поприветствуйте его как следует. Говори, что не ждал этого. Я-то точно ждал.
Сюрприз! Часто слышал, что мне надо работать на телевидении. Такого пропустить нельзя, это будет просто взрыв. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Почему же ты не остановил Бэтмена? Я? Это же был твой план, клоун тупой! Как так? Иди назад, чревовещателю! Тебе обязательно нужно все испортить, да? Избить бича, скормить пугало Кроку, поколотить Харли, что, кстати, мое хобби, и испортить мои чудесные ядовитые растения. Все кончено, Джокер. Кончено? Мой дорогой темный рыцарь, ты бредишь. Это только начало. Сработано, Бэтс, ты выиграл приз. Твой старый друг, комиссар, как его там? Ой, какой-то он уставший. Давай-ка его подбодрим. Бэтмен!
прочь! Вот так! Теперь повеселимся, детишки! Борешься с изменениями? Так нечестно! Давай, сдавайся! Хочешь сыграть в бейсбол, Бэтс? А? Твоя подача! Щекотка, щекотка! Ты портишь мне вечер! Месяцы планирования псу под хвост! Я просто хотел, чтобы ты хоть раз снял эту мрачную маску и увидел мир таким, каким его вижу я, когда истекаю кровью и хихикаю. Но ты и этого мне не дал. Теперь мне просто незачем жить. Лечебница Аркхем по-прежнему заблокирована. Персонал в руках бунтовщиков. Буквально 10 минут назад мы получили следующую запись. Приветствую тебя, Готэм! Говорит Джокер! Аркхем теперь мой! Скоро улицы Готэма захлестнет невиданное безумие! Но сперва обрати свой взор в небо и узри смерть твоего темного рыцаря! Мы кружим вокруг башни уже. Подождите, вон там! Джокер делает ход! Начинается, Бэтмен! Дадите женщинам повод для пересуда! Ха! Два урода дерутся не на жизнь, а на смерть! И только сегодня поприветствуем нашего приглашенного рефери! Сделай что-нибудь! Выйди из себя! Только так ты сможешь побить меня! Ты ведь этого хочешь? Никогда! Растратил противоядие на себя? Помирись со смехом! Но ты испортил мне все веселье! За это Аркхем захлебнется твоей кровью. Давайте станцуем танго! Улыбаться совсем не больно, Бэт! Прошу меня извинить, Бэт! Проходите, парни, я его для вас подготовил! Ну, мистер рефери, как вам этот раунд? Ну давай, говори! О, вертолет Джека Райдера? Жители Готэма, желаю вам приятного вечера! Он сад... Отцепись! Дай только выбраться, и я тебе башку оторву! Покажи свой лучший удар, Бэт! Тебе конец! И все это увидят! Тайм-аут, Бэт! Меня вызывают! Отпинайте его за меня, мальчики! Мне что-то скучно! Получи!
Кажется, я выиграл раунд. Что скажешь, старик? Сейчас я тебя дерешься, как девчонка. Еще вертолеты! Как здорово! Как только бой будет окончен... Ты что творишь? За это ты умрешь, Бэтс! Поехали! Думаешь, справишься со мной? Не смеши! Сейчас вернусь, Бэтс! Заходите, мальчики, развлекайтесь, он ваш! А мне пора обратиться к городу! Ну, мистер рефери, как вам этот раунд? Ну давай, говори! Что бы ты ни придумал, Бэтс, тебе конец. На этот раз я точно выиграю. Готов для нового раунда? Всегда готов. Что? Тебе никогда не победить. Никогда! Со мной все хорошо, Барбара. Полиция наконец взяла ситуацию в лечебнице под контроль. Врачи заботятся о раненых, но, похоже, это займет какое-то время. Все злодеи вернулись в камеру. И модифицированные токсином заключенные приходят в себя. Но для некоторых обратный процесс будет очень болезненным. Папа, а как ты? Я выживу. Увидимся вечером, Барбара. Жаль твою машину. Подвезти тебя? Спасибо, Джим. Доберусь. Отдохни. Ты это заслужил. Второй национальный банк ограблен Харви Дентом. Береги себя, Джим. Двое офицеров погибли. Подозреваемый в трёх сценариях.